люди во всем мире судят о нашей родине именно по этой марке. И сегодня я расскажу про марки, на которых изображен Воронеж. Их всего три. Казалось бы, немного, но они интересны. Первая марка, выпущенная в честь 400-летия Воронежа, она вот такая. Здесь у меня квартблок, 4 штучки одинаковой марки. Она выпущена в 1986 году. Интересна она тем, что, посмотрите, герб города, он не такой, как к которому мы привыкли. Герб города изменился. Когда распался Советский Союз и учреждена Российская Федерация, изменения коснулись и нашего герба. Немногие знают, но каждая марка, она празднует свой день рождения. Когда марка выпускается, специально для нее делается особенный конверт и особенный штемпель специального гашения. К той марке, что я вам показала сейчас, выпущен вот такой вот конверт первого дня. Авторы марки и конверта – великий советский художник-миниатюрист, ксилограф Калашников. То есть этот автор нарисовал более 500 конвертов и несколько сотен марок. И у меня есть вот такой раритет, прям музейная редкость. Это первый оттиск с доски Калашникова. Ксилография, когда изображение вырезается на доске, а потом делается оттиск на бумаге. То есть вот это первый оттиск, который сделал художник, когда готовил выпустить вот такой вот конверт. Здесь на этом оттиске даже видны иголочки, которыми был лист бумаги приколот к доске. Шли годы, и Россия не могла забыть про Воронеж. И в серии «Регионы России», а эта серия марок выпускалась с 1997 года по 2014. То есть в течение этого периода были выпущены марки со всеми регионами, то есть 86 марок. Сейчас вот ждем с новыми регионами еще марочки. И Воронежская область представлена вот таким вот образом. Опять у меня квартблок, 4 марочки. Что же мы видим на марке «Воронежская область»? Сразу забегая вперед, хочу сказать, что эта серия пользуется огромной популярностью, но именно «Воронежская область» – это самая дорогая марка на сегодняшний момент из этой серии. Да, ее практически невозможно купить, и она дороже остальных там чуть ли не в 10 раз. Что мы тут видим? Конечно же, дворец принцессы Евгении Ольденбургской, жемчужина нашего края. Конечно же, просторы Дивногорья. Вот. И наш замечательный, известный во всем мире самолет Ил-96. То есть я думаю, что именно из-за самолета такая популярность у марки, потому что авиафилателия – это очень популярная тема коллекционирования. И говоря о Воронеже, конечно же, нельзя не вспомнить о подвиге в военные годы. Нашему городу присвоено звание «Город воинской славы». И в честь этого знаменательного события была выпущена вот такая марка. Вот здесь, видите, написано «Воронеж». То есть это марка в числе других 5 городов, которые получили такое же звание почетное. Хочу сказать, что в честь других городов, которые имеют звание города воинской славы, тоже выпускались марки. Но опять же, удивительно, но факт, именно вот этот листок с Воронежем гораздо более ценный, чем все остальные его собратья. Тут уж, я думаю, из-за того, что все, даже не филателисты, когда марка вышла, покупали себе на память, да, такую марку, чтобы как-то почтить память наших героев.